Дарите музыку друг другу. Пусть каждый день и каждый час, подобно радостному чуду, она звучит в сердцах у нас. Волнует музыка, тревожит, вновь пробуждает красоту. И никогда никто не сможет сравниться с ней по волшебству. Thank you.
Для поздравления на сцену приглашается главный специалист Министерства культуры Омской области Валентина Федоровна Ежова, ведущие специалисты Государственного центра народного творчества Валерий Алексеевич Иванов, Константин Анатольевич Гавриленко, председатель комитета по культуре и искусству Елена Александровна Ковалевская. Дорогие ребята, уважаемые взрослые, разрешите мне от имени министра культуры Омской области Владимира Алексеевича Деревнова поздравить всех калачинцев с таким знаменательным событием не только в жизни Калачинского района и Омской области, но, как мы видели, даже в Германии. Поаплодируйте этим замечательным людям, стоящим на сцене. Особенно знаменательно, что этот юбилей проходит в рамках Дней культуры Омской области – первого проекта, который учрежден Министерством культуры Омской области и правительством Омской области. Елена Андреевна, разрешите мне всему вашему коллективу в вашем лице вручить памятный адрес. Педагогическому коллективу вам приходится ставить не только руки, слух, но и души этих детей, способствовать становлению личности. И мы сегодня увидели замечательные, яркие тому примеры. Этот прекрасный букет вашему коллективу с наилучшими поздравлениями и пожеланиями. Снова вам творческих успехов. Видя, как сегодня волнуется администрация и района, и города, мы увидели, как прекрасно вы взаимодействуете. Желаем вам дальнейшего взаимопонимания, сотрудничества вам. И вот такого теплого, прекрасного зала, когда я увидела количество мест сегодня, думаю, боже мой, как же они его заполнят. Зал заполнен, товарищи, спасибо вам. Это значит, что все вы причастны к юбилею этой школы. Поздравляем вас еще раз с юбилеем. Желаем удачи, успехов. А Министерство культуры и в дальнейшем будет способствовать премиями, результативно работающим педагогам, именными стипендиями, одаренным детям и талантливой молодежи, мы постарались, несмотря ни на какие трудности, сохранить все почести, которые только возможны в рамках программы «Новое поколение» и целевой программы Омской области «Культура Омской области». Я думаю, по итогам года список ваших стипендиатов будет больше всех. Вот сегодня мы это увидели на сцене. Еще раз с праздником, с юбилеем вас! Почетной грамотой Министерства культуры Омской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большую работу по эстетическому воспитанию учащихся и в связи с 50-летием со дня основания школы награждается Беляева Елена Андреевна. Почетной грамотой Министерства культуры Омской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большую работу по эстетическому воспитанию учащихся и в связи с 50-летием со дня основания школы награждается Калюжная Надежда Петровна. Почетная грамота Министерства культуры Омской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большую работу по эстетическому воспитанию учащихся и в связи с 50-летием со дня основания школы награждается Хомяков Виктор Андреевич. Письмо Министерства культуры Омской области за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие культуры вручается Одинцовой Евгении Геннадьевне. С
подписанное письмо Министерства культуры Омской области за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие русской культуры вручается Ханжиной Светлане Леонидовне. Министерство культуры Омской области за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие культуры вручается Шестаковой Татьяне Анатольевне. Добрый день, уважаемые земляки! Здравствуйте, дорогие наши выпускники! Здравствуйте, дорогие наши ученики. Мне даже невозможно сказать бывшие, потому что вы нынешние, сегодняшние. Потому что с каждым из вас связана страничка жизни ваших учителей. С каждым из вас у них связана капелька своей души, своего сердца. Вы знаете, сегодня так замечательно было находиться в фойе, встречать знакомых и незнакомых людей. Незнакомых, потому что они выросли. Вы выросли, дорогие наши маленькие когда-то дети. Мы счастливы от этого. Мы счастливы, что вы к нам пришли. Спасибо вам за верность нашей музыкальной школе. Спасибо за то, что по жизни вы несете любовь к музыке. Спасибо вам за то, что вы вообще у нас когда-то были. Дорогие педагоги, дорогие ребята, я хочу пожелать вам самого главного, чтобы вот та жизнь музыкальной школы, которая есть сейчас, чтобы она развивалась, чтобы было больше побед, чтобы было больше достижений, чтобы было у нас больше талантливых детей, и самое главное, чтобы мы все от этого получали много счастья, много радости. Спасибо вам большое, дорогие ребятишки. Но, дорогие педагоги, я вас всех очень уважаю и очень люблю. И с удовольствием перехожу к церемонии, вернее, продолжаю церемонию награждения. Пожалуйста. Почетные грамоты Комитета по культуре и искусству администрации Калачинского муниципального района за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большую работу по эстетическому воспитанию учащихся и в связи с 50-летием со дня основания школы награждается Абушенко Любовь Евгеньевна. Почетной грамотой Комитета по культуре и искусству администрации Калачинского муниципального района за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большую работу по эстетическому воспитанию учащихся и в связи с 50-летием со дня основания школы награждается Архарова Ирина Михайловна. Искусство администрации Калачинского муниципального района за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большую работу по эстетическому воспитанию учащихся и в связи с 50-летием со дня основания школы награждается Никитина Наталья Александровна. Почетной грамотой Комитета по культуре и искусству администрации Калачинского муниципального района за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большую работу по эстетическому воспитанию учащихся и в связи с 50-летием со дня основания школы награждается Шлинков Евгений Геннадьевич.
письмо Комитета по культуре и искусству администрации Калачинского муниципального района за добросовестный труд, профессиональное мастерство, верность традициям Калачинской детской музыкальной школы имени Петра Яновича Ковалевского вручается Емельяновой Наталье Геннадьевне. Благодарственное письмо Комитета по культуре и искусству администрации Калачинского муниципального района за добросовестный труд, профессиональное мастерство, верность традициям Калачинской детской музыкальной школы вручается Дмитриевой Елене Ивановне. Благодарственное письмо Комитета по культуре и искусству администрации Калачинского муниципального района за добросовестный труд, профессиональное мастерство, верность традициям Калачинской детской музыкальной школы имени Петра Яновича Ковалевского вручается Смокотиной Светлане Николаевне. Комитета по культуре и искусству администрации Калачинского муниципального района за добросовестный труд, верность традициям Калачинской детской музыкальной школы вручается Бородиной Татьяне Викторовне. Благодарственное письмо Комитета по культуре и искусству администрации Калачинского муниципального района за добросовестный труд, верность традициям Калачинской детской музыкальной школы имени Петра Яновича Ковалевского вручается Мезенцеву Александру Тимофеевичу. Я еще должна сказать, что сегодня по причине болезни у нас не присутствуют супруги материнские, Эдуард Петрович Ковалевский и Татьяна Яковлевна Быкова. Всех преподавателей.